Ну что, друзья, загрузила я ролик. Это сегодня 8 ноября. Конечно, вы это видео увидите завтра. В общем, загрузила и пошла работать. Наконец-то дошли у меня руки. Вот здесь рос послен. Ой, надо даже несколько бубочек не увидела. Сейчас оборвем. Смотрите, сколько я собрала. Так мне лень было выходить, разуваться, раздеваться, разбуваться, вернее. В дом нашла вот такую на улице коробку из-под краски. И, в общем, здесь, наверное, килограммчик. Ну, а килограммчик это, наверное, 2 пол-литровые баночки вареница будет. У меня как раз есть лимончик. Рецепт варенья вкратце расскажу. На килограмм ягод я кладу 0,5 кило сахара, сок 1 лимона, ну и цедру. Вот, видите, стоят мои помощники, вилы от торнадихи. И вот я вскопала здесь, наверное, 2 метра. Видите, сырая земелька. Вот, если не будет дождя, конечно, Лешек приедет. И мы тогда уже вместе вдвоем возьму старые вилы, которые здесь были в доме. Я не выкинула их. И вдвоем вот эту деляночку быстренько, наверное, за пару часиков вскопаем. Здесь на самом деле немного. Под картошечку надо вскопать. Вот. Так что сейчас пойду варить варенье. Зашла в дом, смотрю, молоко стоит. Я его уже видела, вот все время забываю. У меня один раз молоко простояло до самого вечера. Я все забывала его забрать, друзья. Ну, благо сейчас холодно, не пропадет. Сейчас пойду возьму молочко. Посмотрите, какой вершок. Представляете? 1/4 или 1/3 банки, вот это все сливки. Можно вот это собрать, поставить в теплое место, и получится стакан сметаны, а то и больше. Вот такое у нас молочко. Кстати, по поводу молока для кошек. Я как-то говорила, что не пою теперь, не даю кошкам молоко. Понос. Вы мне писали: Лена, вскипяти, и все будет нормально. Пробовала, кипятила. Нет, друзья, все равно кошки поносят. Особенно Маруся и Шпулька. Они очень любят, но нет. Больше молочку я им не даю. Видимо, очень жирное. Ну что, друзья, зашла, перебрала послен. Смотрите, какой крупный. Надо же, это ноябрь месяц. Это, наверное, самое вкусное будет варенье из послена. Здесь 100 кило, но минус тара 200 грамм, то есть 900 грамм получилось этого послена. Ну вот, положу 400 грамм сахара и 1 лимончик. Сколько получится? Все-таки пойдет все в дело, ни одной ягодки не пропало. Вчера Маруся рыгала, а сегодня Кузьма. Ну, у Кузьмы это потому, что у него нет зубов. Ну как нет, не всех зубов нет, а вырвали мы с одной стороны ему зуб. Как раз это вот случилось в том году, когда Монька заразил их всех, и искали причину, что же это такое. У Кузьмы опухло горло, ну, в общем, какая-то инфекция была. И сразу при осмотре тогда увидели, что у него шатается зуб. Но у них там зубы его сразу полчелюсти. Ну, в общем, сразу удалили этот зуб, и, естественно, он сейчас глотает, заглатывает корм, плохо его пережевывает. И вот, представляете, сейчас вырвал весь этот корм, и, в общем, чуть не потерял сознание. Пошел и шатается. Я вижу, что он, ну, просто из себя уходит, как говорится, из себя, теряет сознание. Ой, я ему нагрела грелку, какое-то время сидела с ним, завернула ее в полотенце. Видите, Пуся, она сочувствует. Как они все чувствуют, друзья? Подходят, лижут его, сочувствуют ему.
Вот, какое-то время подержала на грелке, и он, видимо, понял, пришел сюда в ванну, а здесь у нас теплый пол. Естественно, ему хорошо, животику. А, в общем, он вот здесь лежит. Может, посоветуете, чем кормить старых котов? Может быть, какой-то специальный корм ему покупать или мягким начать кормить. В общем, я не знаю. В общем, вот так вот. За котами нужен, друзья, уход, нужно внимание. Вы мне там писали, что у Маруси эта шерсть, она типа отрыгивает. Друзья, я понимаю, когда коты отрыгивают шерсть, я это вижу. Но Маруся вырыгала прям пеной, и в этой пене были глисты. Представляете? Так что это вообще другой случай. Я понимаю, когда идет отрыжка шерстью. Это совсем другое, друзья. Ну, а вам все равно спасибо за комментарии. Иногда бывают очень дельные, и я ко многим прислушиваюсь. Аж Пулечка наша любит спать вот на этом диване в прихожей. Они тут, конечно, когда начинают гонять, беситься, все это покрывало тут слетает со спинки дивана. Вот эта вот гитара падает. Так, надо убрать мои носки из кадра. Это я пришла, огород копала. Еще не постирала, не успела. Вот. Так что это любимое их место. Вот это наша прихожка. Очень любят они здесь с мамочкой и ночью тоже спать. Доброе утро, дорогие друзья! Наши кошечки вышли на завалинку подышать свежим воздухом. Кузьма пытается втиснуться, но ему что-то места никак нет. Девчонки, ну подвиньтесь немножко. Не хотят двигаться. Кузя, ну подожди. Посиди, ты же джентльмен. Открыла настежь окно, решила проветрить немножко комнату. И вот они все пришли, все сидят, дышат. В общем, друзья, планы мои поменялись. Вчера я связала резинку, в общем, начала вязать шапку, эту-то шапку серенькую дочь заберет. Вот, а я нашла себе пряжу интересную, смесовала. Сейчас покажу, какую. Провязала уже, представляете, 16 сантиметров вверх резинки, уже дошла до арана, но другой аран себе хочу вязать. И так, нельзя так драть, шпуля нельзя. Нельзя лапками. Вот, сейчас хочу вам показать и разобраться с этим. В общем, нашла шапку, называется аран. Или шапка называется «Снежные дорожки». Вот наберите в интернете, и вы найдете. Посмотрела раппорт узора 22 петли. Ну, по моей, так скажем, по моему диаметру головы, получилось, что мне нужно 88 петель набрать, чтобы получилось 4 раппорта узора. Ну, значит, резинку на 88 петлях, как раз 88 делится на 4. Мы же знаем, что резиночку, если 2 на 2, то нужно набирать петли, которые будут кратны 4. Вот, если по кругу. Если не по кругу, там еще плюс 2 дополнительные петли для симметрии. Так, вот и Моня пришел. Вот. И я так и сделала. Вязание по кругу. Набрала 88 петель. Вроде бы-то нормально. Подобрала спицы, чтобы это все хорошо. Ну, как бы. Ну, мне все равно казалось туговато. Вот. Маловато 88 петель. Но нельзя выходить за это количество, потому что не получится потом красивый узор, выходящий из резиночки этот аран. Ну, я думала, что все будет хорошо. Как только я дошла до арана, вот тут-то все и началось, друзья. Сейчас я вам покажу, в чем дело. Вот она, эта красивая шапочка.
вот эти якобы 22 петли, но вот раппорт узора, то есть начинается вот отсюда, с этих двух лицевых, потом 2 изнаночные, 2 лицевых, 2 изнаночные, и вот перекрест идет. И вот здесь перекрест у нас идет не из 4 петель, как на схеме, чтобы получился вот такой выход. Нет, первый аран получится нормально. И даже на 22 петлях, если здесь выполнить перекрест 2 на 2. Но когда мы приходим к следующему раппорту, у нас уже сдвигается рисунок, и получается, что наш аран вот этот уже сдвигается, и получается некрасиво. То есть там, где была лицевая, у нас будет выходить изнаночная, вот это вот, понимаете? И это будет уже очень-очень некрасиво. Вот я сейчас вам покажу схему этого узора. Вот она, эта схема. И вот о чем я вам говорю. Видите, раппорт, 22 петли. Вот они, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И здесь идет перекрест, видите, 4 петли раз в одну сторону с наклоном влево. И потом перекрест 4 петли с наклоном вправо. Потом опять 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот такой раппорт. Но на картинке с шапочкой раппорт составляет не 22 петли, а 20 петель. Если здесь выполнить перекрест, не использовать не 4 петли, а 3 петли, понимаете? 3 петли здесь и 3 петли здесь. И тогда все очень красиво получится, как на картинке. Вот этот значок. 2 петли снять на вспомогательную спицу перед работой, 2 изнаночные, затем провязать 2 лицевые петли из вспомогательной спицы. Вот он, этот значок. Вот его нужно заменить не 2 петли мы снимаем перед работой, провязываем 1, а не 2 изнаночные, и провязываем 2 петли со вспомогательной спицы. Дальше берем 1 изнаночную, которая осталась у нас от резиночки, оставляем за работой, провязываем 2 лицевые и эту 1 изнаночную. И дальше идем, то есть у нас раппорт меняется с 22 петель на 20 петель. Представляете? Вот. Короче, если бы внизу у меня вот на шапке, я на этой покажу, была бы не резиночка 2 на 2, может быть, подходит 1 на 1, но 2 на 2 никак не подходит к этому узору, чтобы вот так вот красиво было, как на картинке. Вот мы даже можем посчитать по картинке этот раппорт. Смотрите, он начинается вот здесь, вот и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть 10 умножаем на 2, как раз получается 20 петель, чтобы потом опять начать с лицевой, чтобы у нас резиночка пошла вот в лицевую. Видите? И тогда получится красивая шапочка. Я думаю, я не знаю, донесла или не донесла до вас свою мысль. Ну, короче, нужно уменьшить этот узор ровно на 2 петельки. И сейчас я буду набирать на спицы не 88 петель, а добавлю еще один раппорт из 20 петель, и получится у меня шапочка на 100 петлях, и получится 5 вот этих вот раппортов варанчика, вот этого красивого. Мне очень понравилась вот эта шапочка. В общем, буду вязать. Очень хочу знать ваше мнение, сталкивались ли вы с этим и как вы из этого выходили. Может быть, есть еще какой-то другой хитрый способ. Ну вот я придумала, что вот здесь нужно использовать не 2 блока 2 на 2, а 3 на 1. 3 на 1. Вот такие дела. Сейчас покажу, из какой пряжи я собираюсь вязать эту шапочку.
Вот это то, что я распустила. И сейчас я вам покажу, что здесь за пряжа. Во-первых, вот это вот носочная пряжа «Опал». Высылал мне магазин «Кудель» когда-то в рамках сотрудничества. И осталось, ну, где-то грамм 100, наверное. Я очень люблю эту пряжу, особенно когда в нее добавляешь какую-то другую ниточку, если это вяжутся не носки. У меня и свитер-трансформер связан из этой пряжи. Вот я вам его покажу. Кстати, очень много комментариев идут почему-то по этому свитеру. Друзья, я этот свитер затаскала. Просто затаскала. Вот здесь за год я из него не вылезаю. Здесь тоже вот ниточка опал и ниточка мидара. Вот. Вот такая смесовка. Очень теплый. Очень классный. Причем интересно, смотрите, он с изнаночной стороны вот дает катыши. Ну, трется, наверное. А с лицевой, посмотрите, ни одного катыша. Хотя я его ношу, ну, очень часто. Вот, рукавчики здесь отстегиваются. Вот как раз здесь эта носочная пряжа опал. Но она, я вам хочу сказать, не дешевая. А сейчас так вообще. Вот, значит, здесь пряжа опал. И вот такая пряжа от Янард Silky Wool. Это тоже, так скажем, пряжа, которая не всем нравится. Я не пробовала из нее вязать чисто, но как вот для смесовки, мне кажется, будет очень классная шапочка. Во-первых, они очень хорошо подошли по цвету, посмотрите. 100% попадание, да? И здесь, значит, 25 грамм моточек, 190 метров. Так, сейчас посмотрю, что тут за кадром найду состав. Но эта пряжа, а, ну вот же, 35% Silk Rayon и 60% Merino Wool. Я ее поджигала, эту пряжу, она воняет курицей, то есть эта пряжа натуральная, хотя многие, ну не многие, но слышала я мнение, что это синтетика. Нет, друзья, это не синтетика, комочек рассыпается в пепел и воняет, вот когда поджигаешь волос или куриное перо. Вот здесь два сложения вот этой пряжи Silky Wool. Кстати, высылал магазин Yarn21. Димочка, громаднейшее благодарю. Вот только сейчас дошли руки. Вот. И, в общем, три нити здесь. Но я еще хочу добавить вот такой мохерчик у меня есть. Правда, дешевый. Это мохер от Alize Royal, по-моему, так называется. Вот. Здесь мохера нет. Но вот такая мысль возникла. Думаю, может быть, еще добавить сюда мохерчик. Будет вообще просто зимняя, теплейшая шапка. Так что, друзья, вот так я намучилась. Это был, конечно же, опыт. Мне очень жалко мой труд в 16 сантиметров провязать резинку в круговую, да еще три сложения нити. Это не очень просто, но это опыт. Теперь у меня остался вот такой моточек, здесь 40 грамм. Вот от этой шапочки сюда пошло 60 грамм всего вот этой пряжи и пряжи Мидара. Вот. Эту шапочку я подарю дочери и, может быть, ей свяжу еще такой воротничок из резинки. Ну, вот как небольшой снуд, да, чтобы горлышку было тепло. Вот. Но у меня идея возникла сначала все-таки провязать вот этот аран. Не вязать резинку, а провязать аран, посмотреть, как, что, куда ложится. Права ли я? Ну, я права, здесь 20 петель. Здесь по рисунку даже видно, что здесь раппорт не 22 петли, а 20 петель. Вот, но опыт — это тоже штука хорошая. Может быть, я свяжу налобную повязку поперечным вязанием, ну, чтобы этот аран лежал поперек, вы поняли, да?
кстати, а может быть из этого моточка связать эту налобную повязку и потренироваться? В общем, только сейчас возникла эта идея. В общем, буду вязать сегодня, друзья. Коты мои носятся, коты бегают. Вчера приболел Кузьма, я вам там в видео в начале рассказывала. В общем, видео состоит из двух частей, будет состоять. Вот то, что я делала вчера, и то, что я делаю сегодня. Вы мне там писали, друзья, это, что может быть рвота, это шерсть. Вон носится. Что кошка не может отрыгнуть шерсть. Друзья, я знаю, что такое, когда не может отрыгнуть шерсть. Потом все-таки отрыгивается, и там видна эта шерсть. А у Кузьмы другая проблема. У него уже, видимо, ему 9-й год, и то, что нет зубов, он плохо пережевывает пищу, он заглатывает. Он вчера вырвал, можно сказать, чуть-чуть, ну, вообще практически непереваренным кормом. Видимо, кишечник не может переварить вот эту непережеванную пищу, и отсюда идет рвота. У Маруси рвота – это сильная заглистованность. Я же вам рассказывала, не знаю, может, вы мимо ушей пропустили, что я увидела даже ну, в этой рвотной массе глисты, понимаете? Поэтому у Маруси это другое. Вот. И я, когда это все увидела, я проглистогонила, естественно, всех, ну, а Марусю... Вот третью дозу даже ей дала. Марусь, ты сейчас закроешь и всех там прищемишь. Вот. И еще спасибо вам большое, что вы подсказали, что нельзя нести на стерилизацию кошку, если вот ну, только что была дана таблетка от глистов. Да, что у кошки падает иммунитет в это время, и нужно время для восстановления хотя бы недельку. Ну вот, на сегодня я записалась к Наде, сейчас вот 9 часов дождусь, или там 10, позвоню ей, скажу вот эту ситуацию, что вот так вот выявилось с нашей Марусей, и, естественно, отложу эту операцию еще на недельку, а то, может быть, и дней на 10. Так что я очень вам благодарна за ваши вот такие советы, которые очень ценные для меня, которым я прислушиваюсь. Вот, мои хорошие, сейчас покажу, что я вчера, сколько вареницы у меня получилось. А вареницы получилось две вот такие баночки. Я, конечно, думала, что больше, но нет. 900 грамм всего было послёно, и вот получились вот такие две баночки, ну и там две ложки в блюдечек. На блюдечке я оставила для вот сейчас на завтрак и съем этот вкусный бутерброд. Так что послён, ни одной ягодки не пропало. Очень-очень вкусное варенье, но обязательно добавьте лимончик. И хочу вам показать, что я вчера откопала опять клад, когда искала пряжу для шапочки. Я нашла еще вот такие два мотивчика кленовых листиков. Этот листик сюда не пойдет, и это я просто так положила. А вот этот листик очень хорошо впишется. Вот здесь у меня распущенный лежак. Это тот лежак, который немножко покрылся плесенью. Вот видите, здесь вот эти вот темные места, которые не отстирались, естественно. Ну, в принципе, если как коврик использовать под ноги, то ничего страшного. Но теперь вот листик придет на помощь. Он все это дело скроет. И посмотрите, какая красота получается уже. Вот столько уже навязано ковриков. А вот этот листик пойдет, там еще идет зелененькая пряжа от Т-декор. Еще свяжу коврик, ну, чтобы ну, зелененький с чем-то скомбинируем. И пришью тоже еще на один такой вот, на такую сидушечку. И получится вот такой коврик из трех кленовых листиков.
Так что вот такой клад откопала. Это мои самые-самые первые мотивчики, когда я только-только начинала вязать крючком. Вот они сейчас. Это им уже 10 лет. Все, мои хорошие, на сегодня все. Жду ваши комментарии по поводу шапочки. Может быть, что-то подскажете. Может быть, я что-то не понимаю. Буду набираться опыта и по вашим комментариям тоже. Ну, а я с вами прощаюсь. Я всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.